В Якутск с рабочим визитом прибыла призер Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая. В рамках всероссийской информационно-профилактической акции «Жить, побеждая диабет» Ирина Слуцкая подписала соглашение о сотрудничестве и приняла участие в работе круглого стола «Физическая активность как элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений». После обеда Слуцкая встретится с детьми, страдающими от диабета, а также проведет мастер-класс в Ледовом дворце Лейботур. После запланирована автограф-сессия. В Европе проведены исследования, какие нагрузки можно давать таким людям. И очень хочется воспользоваться опытом этих исследований и внедрить их сначала в Московскую область, в мой родной регион, и потом уже распространить по Российской Федерации. Наша акция, она не одноразовая, скажу так. И вот как раз соглашения подписываются в целях того, чтобы обеспечить постоянную вот эту систему, систематизировать все те задумки, которые у нас есть.